поздравляю вас с открытием. Желаю вам успехов в вашем нелегком спорте единоборства кикбоксинга. В Темиртау состоялся чемпионат Карагандинской области по кикбоксингу. 150 спортсменов из разных городов и районов региона соревновались в трех возрастных категориях. Чемпионат области среди возрастных подгрупп 8-9, 10-11, 12-15 год. Это отбор на чемпионаты Казахстана по возрастным категориям. Соревнования прошли в спортивном клубе ТАУ. Спортсмены приехали из таких городов, как Балхаш, Каркаралинск, Караганда. За победу и право выступить на чемпионате страны в городе Актобе боролись и темиртаусцы. Когда-то у нас было 5 клубов в Темиртау. Теперь из этих 5 клубов мы остались одни кикбоксеры. Сейчас выступаем на первенстве Карагандинской области. Подготовили 15 человек, идет отбор на чемпионат Казахстана. Правильная техника нанесения ударов, ловкость, быстрота реакции и хорошая скорость проведения приема. От всего этого, несомненно, зависел результат спортсменов. На соревнованиях готовился очень усердно, пришлось бросить 5 килограмм. Все ребята хорошо подготовлены, у всех есть шансы на победу. Соперник хороший, хорошо отработал. Ну, я думаю, тоже то, что я хорошо отработал, все делал. По итогам чемпионата призеры и победители получили дипломы, медали и кубки от отдела образования, развития языков и физической культуры и спорта города Темиртау. Кристина Кириченко, Дархан Утимуратов, новости Темиртау.